наша прекрасная, на нашу прекрасную вечеринку, на мой новый клип. Спасибо большое, я рада видеть каждого из вас. На самом деле мы очень волнуемся, мы долго готовились к этому. Надеюсь, что вам всем понравится. И всем приятного, хорошего года. Огромное спасибо всем, кто сегодня с нами здесь собрались. Не могу выразить слова благодарности таким людям, которые поверили, которые помогают, идут рядом в руку и поддерживают во всем. И, конечно, русской медиагруппы, группе Сергея Витальевича Кожевникова. Это, конечно, прекрасному, креативному, очень красивому человеку, который помогает во всем и прекрасно сыграл в прекрасной картине «Колени мозга». Низкий вам поклон. Да. Ване Чайкову огромный привет на этом авиаборту. Да. Алексу Прусову, талантливому композитору, автору, которого поют песни, и Филипп Киркоров, и Ирина Галаров. Лексу Русакову, режиссеру, который снял такую прекрасную картину. Да. Лаурите, Ане Газаровой, Ниле, Андрею Хаускову и всем телеканалам, радиостанциям, ну, любимому телеканалу РУ-ТВ. Здесь большое спасибо превосходящим людям, актерам, с которыми было просто гениально работать, особенно с Леной. Вы не представляете, человек делал просто с первого раза все то, что нужно было делать. И это классно. Ваня помогал. Вот. Можно я скажу маленькую лекцию, внесу ваш долгий диалог? Что касается Вани, мне кажется, я сделала неплохую ему рекламу. Девушки, обратите внимание. Молодой, любвеобильный, холостой, заметку, не женат. Форма идет. Вот. Что касается меня, я снялась, как называется, в роли на час. Вот, собственно говоря, так получилось. Я думаю, Саня Лена была этим музой в этом клипе, которая вдохновила меня, прости господи, изменить его жизнь. Ну, бля, на самом деле, картина получилась красивой. Давайте сейчас аплодисментами поздравим всю команду и... Вот самое удивительное, вы можете представить, человек, я не буду сейчас говорить, кто это, приезжает в 10 часов на съемки, ждет своего часа и снимается в 10 часов вечера. Давайте поаплодируем Алексу Прусову. Это просто гениальнейшее терпение. Я думал, меня убьет просто там. Он просто сел в конце, мы начали снимать и все, я говорю, снято. Просто спасибо тебе. Гениальная песня. Гениально спел Лаурита. И вообще, наша команда — это просто гениально. Советую работать и находить таких людей, с которыми будет комфортно. И просто гениальное взаимопонимание. Спасибо тебе тоже, Андрей, огромное. Ты касаться нежным ветром губ моих.
Почему-то движемся в разные стороны. Для
Громко слышит крик от звёздной станции. Ты за пределами моей гравитации. Я искал тебя на земле, бесконечно в космосе. Я устал всем богам объяснять, что мы создали, что мы вместе, но ты улетела. Мне не вернуться, мне не догнать тебя, не дотянуться, не дозвониться, не докричаться. Ты за пределами моей гравитации. Всех одинаково светит. Мы получили счастливый билетик, но почему-то об этом приходится сдать его. Много терпения, отлично в тени. Любовь разрушит кирпичные стены. И я видела, и ты, Елена прекрасная. И ты за пределами моей гравитации. Я искал тебя на земле, я искал тебя в космосе. Я устал всем богам объяснять, что мы созданы, чтобы быть вместе. Но время не лечит, время калечит. Знаю, когда я с кем-то замечен. Желтая пресса и папарацци. И ты за пределами моей гравитации. Эту песню у нас заказало одно брачное агентство, называется «Ищу тебя». Шутка. Она словно ангел, она словно птица, она может только присниться. Похожа на ветер, похожа на солнце, она на афишах в анонсах. Ищу тебя, хочу тебя, и ты одна спасешь мой мир. Хочу вписать твою тягость в свои стихи. Что так тихо? Тебя научила любовь.
Каждый день километры дорог, а потом еще ночи без сна. Суете каждодневной и необыкновенно в мою жизнь приходит она. Ты летаешь с ней над облаками, весь мир под нами, как во сне. А я люблю с ней. Спасибо, не объяснимо, и не сдержать любви.